light up a cigarette. Take your mind, all your trouble, or we'll go into your bed. Sing the sound into your Bible. Половина композиции уж точно готова. А еще я знаю, что вот до этой нашей начальной партии куплета и точки старта на данный момент будет точно какое-то вступление, потому что композиция и так даже наполовину кажется короткой по своей аранжировке до кульминации. Вступление здесь просто точно просится хоть в каком-то виде. И я примерно знаю, что будет во вступлении. По правилам красивой и легкой аранжировки во вступлении мы должны дать легкий намек на главную идею и где-то дать попробовать слушателю только самую основную черту гармонической идеи. И причем часто интропартии не являются ни в коем образом богаты в гармоническом смысле. Чаще это монотонная, лишь только тоническая ступень в основе и какие-то шаблоны в мелодии не полностью открытых инструментов, дающие только намек на главную идею или мелодию будущих партий. Это общее направление, откуда стоит отталкиваться нам, как авторам в аранжировке. А что мы придумаем и соберем из имеющегося материала, это уже дело фантазии. От основных идей и правил мы только отталкиваемся, но никак не следуем им строго. Итак, первое, что у нас есть в будущей аранжировке, это живая гитара клин и также акустическая живая гитара. Ей можно задать определенный, но ни в коем образом не открытый ритмический рисунок, чтобы он только намекал на то, что нас ждет от акустической гитары дальше. Я думаю, что вступление мы попробуем сделать. Пускай в 4 такта, мне кажется, это примерно по времени очень даже будет достаточно. Так, создадим здесь интро. Акустик. Примерно так. И для именно закрытых типов, и именно для закрытых намеков в этой акустической гитаре, помним, что у нас на этом месте, на месте акустической гитары открыты сейчас сэмплы от Native Instruments, библиотека Strummed Acoustic. И в этой библиотеке очень даже много имеется закрытых типов боя, для того, чтобы как бы здесь намекнуть на то, что будет в аранжировке. И я думаю, закрытый тип боя как раз-таки нам подойдет. И обычно это тоника во вступлении, если мы только намекаем на гармонию. Пока фильтр выключим, чтобы ориентироваться вообще хотя бы как-то в звуке. И нам нужна вот эта горячая клавиша D1,
чтобы активировать третий паттерн, который пока не задействован. Вот это. Есть, играет третий штрих. И найдем самые закрытые типы и пойдем с конца, потому что здесь есть такие вещи, как dead notes. Это мертвые ноты. Сейчас послушаем, как это звучит. Просто мертвые ноты, даже тонически никак не определенные. Это даже не глушка, это просто реально мертвые зажатые ноты. Они просто обозначают как бы перкуссионные, практически перкуссионные ритмические штрихи. Ну пусть оставим этот пока для определения партии вступления, я думаю, прокатит. Может быть, нет, пока непонятно. И чтобы все это было точно уж закрытым, и вспоминаем, что у нас есть записанная автоматизация на премастере. Вот эта вещица. Я думаю, записать новую. Здесь это будет интро. Премастер. Авто. Примерно так. И запишем примерно закрытую вот эту глушку. Пусть это будет ровно band pass, то есть посерединке. Итак, 3, 2, 1, едем. И уходим ближе к низким, потому что дальше фильтрация начинается именно от низких частот. И плавно все это как бы вместе со следующим паттерном сливается. Поэтому, я думаю, логически все здорово. Также трек вокальный, поэтому вокал вполне может сыграть ключевую роль в начале. Только нельзя давать его, опять же, раскрытым. Или же можно что-то придумать с ним, чтобы он был в какой-то степени неполноценным. Чтобы его можно было спокойно раскрывать далее в куплете. Я думаю, стоит обратиться к нашей библиотеке, откуда мы брали вокал. Это было здесь. Может, здесь как раз что-то и завалялось для нас, для партии интро. И вот эти вещи гармонии, кстати, были достаточно интересными вариантами. Попробуем взять даже обработанный, потому что в интро почему бы не взять обработанный? Сухого там мало кто вообще ожидает. Итак, напоминаю, что мы проделываем тот трюк с темпом. Итак, 128 оригинальный для этой партии. No, ни в коем случае. Stretch. И 175. Ни в коем случае. Я вот что думаю, попробуем продлить все-таки партию вступления 8 тактов, потому что вокал идеально, как мне кажется, подходит по своей вот этой структуре для 8 тактов. И попробуем, получается, растянуть вот эту запись еще дольше. На этот раз на 8, видимо, тактов. То есть делаем, получается, здесь такую большую подачу. Дальше уход. Подача, уход вниз. И снова резкая подача. И уход вниз. Что же мы делаем с X? Да то же самое. Подача ближе сюда. Супер.
Вот теперь эта вещичка сидит как нужно. И даже на вступлении немного уже похоже. Тем временем мы эти все дела перемещаем на новые позиции, так как мы сместили еще на 4 такта всю аранжировку. Попробуем добавить еще и на дорожку вокала, вот этот обработанный. На что если с полным примешиванием Vocodex? Вот так бы ему точно подошло. Но пока оставим. И да, кстати, на вступлении очень даже здорово подходит. И переход совершался достаточно плавно. Я бы даже автоматизировал, наверное, Vocodex. Да, так сейчас и сделаем. Автоматизация вот на этом моменте. И потом мы просто оставляем его, Vocodex я имею в виду, на позиции здесь. Это примерно мало, я думаю. Сколько бы мы ни поставили там, примерно мало это вот здесь. Так что Vocodex можно прибавить по полной. Ну, в смысле, не по полной, а достаточно, чтобы эффект был заметен. И вокалу вот это наличие Vocodex дает только вступительные характеристики. И дальше Vocodex обратно уходит в меньшее значение. И в теме breakdown части у нас имеются, напомню, еще и клин-гитары. Их там уже около 500 слоев, и они звучат супер унисонно. Так вот, я думаю, как раз дать намек на их мелодию из breakdown. Вот здесь во вступлении. Это можно сделать клоном. Примерно обрисовать уже существующую мелодию из этих гитар. Пока выключим все остальные, которые не будут совпадать с нами. Так, это будет клон. Можно даже оставить вот эту основную мелодию. Просто она одна сама по себе не смотрится, и поэтому пропишем что-то еще из гитары. А вот здесь просится нота до. И какой-то контраст. Но только не вот такой штрих. Мне кажется, повышение стабильно очень даже сойдет. Вот какой штрих здесь просился все это время мне. Итак, вот это оставляем и копируем вот такую партию. Можно даже попробовать сделать ее еще более глубокой здесь. Супер! Вот этот вариант подходит. Даже в унисон с более низким регистром. Что скажет вот эта партия на такие изменения? Этот инструмент, точнее. Давайте сделаем чуть тише, как и в этом инструменте, потому что их вдвойне больше сейчас. Поэтому они дают, в общем-то, большее наличие громкости. Так, вот здесь опускаем ниже.
потому что в интро вот таких высоких тонов точно не нужно. Это слух заметил и исключил сразу же. Тише, и вот здесь тоже, мне кажется, тише. В основном этот инструмент просится тише. И гитару точно нужно сделать громче. Я, пожалуй, автоматизирую. Что я автоматизирую? Ее. Автоматизировать именно гейн-ручку. Она стала слишком большой, это было зря. Так, копировать вот это положение. Это важно запомнить это положение. И вернуть его вот здесь. Мы прибавим в то время таким образом. До сих пор. И посмотрим, насколько экстремально это повышение. То есть на максимум. Зато теперь слышно гитару. Отлично, теперь вроде бы все здорово, и гитару тоже слышно. Попробуем также во второй части вступления интро ритмически уже развивать аранжировку, так как помним, каждый этап мы должны пользоваться шансом развить идею и дополнить ее сердцевину. Здесь как раз время ритма, я думаю, вот ровно здесь. И я думаю, если вот эта вещь особо не подходит даже под фильтрацией сейчас... то попробуем найти что-то иное из тех же слоумо-убийц в той же библиотеке. Найти их быстро. Жмем по этой клавише здесь, жмем по этой кнопке, и нас автоматически пересылает оттуда, где мы взяли этот сэмпл. Вот это очень абстрактная вещица, попробуем ее. Стоит подогнать, наверное, по темпу. Только тише. Да, вот этот интересный ритм абстрактности добавляет к этому вступлению. Попробуем, может быть, провести его под фильтрацией, и, возможно, он сядет как надо. Это нужно только проверять. Intro. Beats. Обязательно фильтрация, точнее эквалайзер. И проведем его через премастер. Я думаю, задать свою фильтрацию вот этой intro beats. Достанем здесь же low filter, тот же band pass. И в отдельном паттерне filter intro beats. Примерно запишем то, что может здесь
сидеть адекватно, а проверить это просто можно движением. Я думаю, около вот этого региона и стоит крутиться. Вот под это все сейчас происходящее в интро лоу-фай звучание мне на ум приходит только одно, и это сладостный и теплый треск и шум виниловых пластин, что, скорее всего, пришло на ум не зря, так как это как раз то место, где данный эффект будет, скорее всего, как никогда кстати. И такие эффекты, если я не ошибаюсь, были также в библиотеке Vengeance, но не именно в этой, а вот здесь. Effects, Noise and Sweep. Вот он, тот самый аналоговый шум винила. И вот здесь главное подобрать именно... Попробуем сначала от длины. Почему бы нет, мы просто потом можем его повторить. В любой манере. Вот таким образом, к примеру, и называем его... И он будет сидеть вот примерно тут. Главное сейчас ограничить его по спектру действительно до ретро-звучания. Это делается bandpass формой. Это примерно вот такая форма. И для атмосферного эффекта это самое то. Оставляем его здесь, в эффектах. Separate здесь. Попробуем сделать это все быстрее. И просто скопировать таким образом. Чтобы эти потрескивания случались чаще. И что касается вот таких вот атмосфер, мне напомнило, что можно тематически же поддержать тему идеи лирики в начале. И я сейчас именно про тему ночи, так как в лирике все это очевидно происходит ночью. И ничто не дает атмосферу ночи более явно, чем вот эти самые сверчки, различные цокающие цикады и другие насекомые. Идея, как я думаю, просто на 1,5 миллиона. Такой звуковой эффект где-то был у меня, я даже где-то успел его применить, так же как фоновую атмосферу. И где-то он располагается в самой причудливой папке, кажется, здесь. Night. Nighttime sound effect. Вот эти самые сверчки. И что может лучше подчеркнуть тему идеи в атмосферном плане? Тема ночной идеи. Я думаю, больше ничего лучше не подчеркнет эту тему. Итак, оставим ее пока до партии дроп. Так как дальше она, по сути, это не нужна. И вообще здесь мало где будет слышно, кроме интро партии. И там, где мало инструментов, вот здесь партии верс. Только вот можно поднять питч. У таких атмосфер иногда очень влиятельная ручка — это питч.
на 100%. Мне кажется, 100% как раз то, что нужно. Это будет nighttime эффект. Ну, я думаю, оставим примерно так. В таком названии. И по спектру можно также ограничить. И вот эта вещь пусть идет, я думаю, на премастер, потому что ей нужно как-то входить в контекст всего куплета, поэтому в любом случае он, скорее всего, будет фильтроваться. Посмотрим, как это влияет на начало. A cigarette, take your mind off your trouble. Oh, we're going to your bed. Save the sound into your fabulous. A cigarette, take your mind off your trouble. Oh, we're going to your bed. Save the sound into your fabulous. Отлично, не столь заметный эффект, но дающий свою тему. Мне кажется, будет круто перейти к каким-то эффектам перехода на основе белого шума, потому что здесь, конечно же, также очень влиятельный переход и смена контекста как гармонически, так и инструментально аранжировки. И белый шум здесь как раз-таки какой-нибудь sweep in или fade in очень даже подойдет. В случае этого поищем что-нибудь подходящее в библиотеках Vengeance. Например, в той же самой библиотеке, к которой мы так часто обращались. Essential Clap Sounds. Effects. У нас есть Sweep Ups. Вот с таким большим резонансом у нас есть подъем на белый шум. Здесь можно сделать его супер коротким. Stretch, time. Даже на 4 такта. Почему бы нет? Посмотрим. Sweep up. И простой эквалайзер. Не особо качественно получилось на режиме стретч. Попробуем авто. А вот это уже без достаточных нарушений. Все же полноценного перехода не ощущается все еще даже до вступления.
Может быть, потому что сюда просто хочет встать что-то ритмическое, ритмичное, типа сбивки. Пробовать стоит все типы перехода, эффекты, синтезированные транзиции, ритмические сбивки, переходы гармонические, прописанные на основе какого-то инструмента. Я думаю, наш случай — это как раз сбивка, которой так и не хватает. Итак, отыщем что-то из готового сейчас, чтобы не убивать время, много времени на сомнительный довод. Той же, пусть даже в той библиотеке, те самые feels. Попробуем. Только ее, наверное, стоит сделать как-то по времени иначе, что ли. Опять же, режим авто. Попробуем его замостить, пусть на 2 такта. Да, только режим не совсем тот. Ресэмпл. А вот с понижением пич как раз самое то. Отлично. Это как будто бы даже сбивка из темы живых инструментов, поэтому она так и вписалась сюда. Только лишь, наверное, стоит как-то частотно это все обработать. И, наверное, замкнуть в середине, в средних частотах. Как влитой сидит вот этот фил. Отлично. Вот это как раз в тему. Но обращаем внимание теперь на переход и то, что случается по вступлению. После fade in нет никакого fade out, и аранжировка начинается как будто бы не с того, чем она закончилась. А вот что завершение вот этого драмфил и начало куплета дает мне понять, что здесь-то как раз отличным переходом станет внешний принцип транзиции. И это tape stop. Попробуем сразу же заживать весь премастер, включая вот эту барабанную сбивку. Попробуем направить ее также на премастер. И на премастере мы новые, наверное, автоматизации вот этой ручки зажевываем вот этот момент. И помним, что отпускаем все-таки его впоследствии. И slow-mo beats также идут на премастер. Также и вот этот эффект, он уже там должен быть. Также, что еще может туда идти? Клин-гитары, кажется, уже заходят туда. Если нет, то пускай идут. Также винил. И вроде бы все. И что касается вокала, его тоже следует заживать. И достаем такой же плагин на вокале. И такой же автоматизацией зажевываем вокал. Через премастер его прогонять не нужно, просто легче автоматизировать эту вещицу отдельно. И помним, что потом отдаем нормальное время и убираем вот этот эффект зажеванной ленты. Супер. Только вот вишенкой на торте будет, если я таким же эффектом отжеванности начну куплет и всю партию breakdown. Сделать это внешней обработкой будет не так-то просто, но у меня есть отличное решение на этот счет. Это простой сэмпл такого рескретча.
характерного обратного скретча. Он есть, кажется, в библиотеке где-то вот так же здесь. Эффекты. Scratching. FX. И вот скретч. Его можно сделать чуть более длительным. Супер. И вот здесь для его low-fi, низкокачественного звучания, можно также подрегулировать частотный спектр. То есть срезать высокие. Вот почему вокал, наверное, мне не нравится, он не столь, пока не столь вступительный. Попробуем тот самый эксперимент с E3 моно и повысить все это дело, например, на октаву. Попробуем теперь на квинту. Я думаю, все-таки, опять же, не E3 моно, а тот самый авто-режим. И да, вот эта квинта как раз и работает здесь. Гармонически даже все сидит очень в тональность. Вот теперь все просто супер, без каких-либо нареканий. Создает отличное вступление и плюс всему превосходное вхождение и продолжение аранжировки в части Breakdown.